Всем привет! Вы на канале Vitaly Plays, и в этом видео я покажу вам 5 новых, а главное, очень крутых нычек с использованием паркура. Поехали! Вначале я хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, так как в конце видео вы просто забудете это сделать, я же знаю. И давайте устроим такой челлендж. Кто быстрее, я развалю этого нубика кулаками, или вы нажмете на кнопку подписаться, лайк и колокольчик. Что же, я надеюсь, вы успели подписаться на канал, и давайте начинать. Первая нычка находится у нас на левом мосту, если мы смотрим со стороны Сосновки. Это самая крутая нычка, на мой взгляд, в обнове 0.15, так что давайте едьте тоже на левый мост, и я покажу, что вам делать дальше. Приехали мы на мост, и благодаря паркуру, который появился в обнове 0.15, у нас появилась возможность забраться на самый верх моста. Все, что вам нужно делать, это просто повторять в точности за мной, и возможно не с первого, но сразу 3, 4, 5, 50 у вас точно получится это сделать. Ну что же, если вы повторили в точности за мной, я думаю, у вас точно так же получилось забраться на самый верх моста. И я думаю, никому не стоит рассказывать, насколько это крутая позиция. Это супер нычка, пока мало игроков знают, что сюда можно забраться уже без мотоцикла, а просто голыми руками забраться на самый верх. Здесь вы можете контролить Сосновку, материковую часть, КамАЗ, весь мост. И прикиньте, если вы с квадом заехали сюда, 3 человека снизу, вы сверху. Ну, я думаю, супер. На мой взгляд, это самая крутая нычка, которая есть на данный момент в игре. Обязательно напиши в комментариях, что думаешь по поводу этой нычки. Разваливать с этой нычки, конечно, одно удовольствие, но также вы здесь можете показать своим тиммейтам свой скилл по паркуру. То есть вы можете встать на край, спрыгнуть и опять нажать на прыжок, схватиться за мост. И повторять так несколько раз, то есть вы передаете таким образом привет Филу Марвину. Но чтобы безопасно спрыгнуть с моста, вам просто нужно побежать на край и аккуратненько спрыгнуть. Вторая нычка находится у нас вот здесь, в трехэтажном доме. Я показывал, как забраться на похожий трехэтажный дом, на крышу, но, к сожалению, на этот нам не удавалось до этого момента, пока у нас не появился паркур. Ну и, конечно же, если вы приехали на это место, а здесь кто-то есть, вам нужно расчистить себе путь, убить ваших соперников, а потом уже забираться в данную нычку. Я советую делать это, как сделал я. Все, что вам нужно, это дымовая граната, чтобы вспугнуть нубасика, а потом забрать легкий килл. Ладно, давайте уже перейдем ко второму месту. Для того, чтобы забраться во вторую нычку, все, что вам нужно сделать, это подняться на второй этаж, забежать на балкон,
встать на перила и найти такую текстуру, чтобы вы смогли зацепиться за козырек. То есть даже если вы падаете, вы можете паркуром цепляться и повторять это заново, пока вы не вцепитесь за козырек. После того, как вы попали на козырек, вам нужно полностью забустаться для того, чтобы забраться на самый верх крыши. Для того, чтобы забраться на самый верх крыши, вы просто упираетесь в стену и тыкаете прыжок, 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 пока не сработает анимация и вы не заберетесь на самый верх этого здания. Как вы видите, здесь можно вести огонь на 360 градусов, и если нужно укрыться, вы можете укрыться за вот этими бортиками и захилиться, если надо. Третья нычка находится у нас на территории фермы. Все, что нам нужно сделать, подбежать к такому вот ангару, найти бровку, с бровки запрыгнуть на контейнер, а с контейнера подняться на саму крышу ангара. Я думаю, отсюда тоже будет очень круто вести огонь по вашим врагам, по всему радиусу, а также вы сможете разваливать соперников, которые забегают в ангар. Я думаю, очень крутая нычка, особенно если зона будет сходиться сюда. А если вам нужно просто засейвиться, разгоняетесь и запрыгиваете вот в эту цистерну, здесь можно будет укрыться от врага, разве что гранаты вас могут развалить. И после того, как вы там захилились, сделали все свои процедуры, вы сможете с легкостью отсюда выбраться. Ну и четвертая, на самом деле, она же и пятая, и шестая нычки находятся у нас вот здесь. Добрались мы на это место, и все, что нам нужно сделать, залезть на вот этот заборчик. Заборчиком мы можем запрыгнуть на дом паркуром, а дальше мы уже сможем запрыгнуть на синий дом, что уже само по себе является хорошим местом для ведения огня и укрытия. Также мы сможем попасть на водонапорную башню, оттуда тоже можно круто вести огонь и укрываться от соперника. Ну и как в примере с прошлой нычкой, если вам просто нужно захилиться, все, что вы делаете, спрыгиваете на вот это здание, здесь вы можете залечь, захилиться, забустаться, а если хотите, поразваливать соперников, если они есть в округе. Ну что же, вот таким вот получилось мое видео, я очень много потратил на него времени, я надеюсь, вы оцените это лайком и напишите в комментах, какие нычки вам больше всего понравились и почему. А также, возможно, напишите свои нычки и с вашими советами я сделаю следующее видео. У меня на этом все, не забывайте подписываться на канал, нажимать в колокольчик, чтобы не пропустить еще больше крутых видосов. Всем пока!